Так, друзья наши, всем привет, всем привет. Мы на пляже сейчас. Ну, конечно, вы этот увидите это видео фиг знает когда. Сейчас на самом деле канун Рождества, и мы пытаемся с вами пройти все-таки по мелкоте. Сейчас 6:36 вечера, уже вода немножко ушла, точнее вода хорошо ушла, фиг покупаешься. Сейчас вот люди поют какие-то песни рождественские. Это отель Хемингуэй. Это Ocean Sport, да, Хемингуэй чуть подальше. Мне эти пения вообще напоминают «Боже, царя, храни эту песню». А, но я не знаю, мы ни одной песни, которую прослушали, мы не знаем их, да, вообще, вот, ну как? О чем мы должны их знать? Не, ну как рождественские песни. Это наша культура или что? Не-не-не. Вот ну, типа, слышали в каких-то фильмах, там, ну, «Джингл Беллс» я слышала. Они, наверное, через час «Джингл Беллс». А ну, Наташ, встань на фоне такое платьишко, помните, приобрели мы его у Джей Ло. О, вот слушайте эту песню. Что они такое, мне непонятно. И причем, честно, как-то люди не особо подпевать. Потому что вот знаешь, анимация в Турции или в Египте, люди рут пьяные. Здесь вроде как тоже пьяные англичане мы проходили, но как-то вот, вот да, вот, боже, царя храни, что-то вот такое. Ладно, все, мы с вами посмеялись, насмешили вас. Уже через час. Смотрите, какой красивый месяц. Вам видно, да? Ну, сейчас. Ой. Класс, я могу переключать как-то камеру. А ну еще раз. Ага, ну все, идемте вперед с вами. И покажем. Мы просто сидели, ждали здесь, когда уже придет то время, чтобы мы с вами прошлись по мелкоте. Когда нам не надо, мы пришли, да, утром поплавать, вообще воды не было. Когда нам надо сейчас, вода была, и мы долго сидели. Мы даже тапки коралловые одели, смотрите. Подготовились, все, он все точно. Подготовились. Мы как собака с мороженком на этом. Да. Которые не пускают с мороженки в коньках и в кинотеатр. Я еще сайт специальный на релива от Ливы. Ну зачем на него смотреть, да? Прибежалась такая, села съезд... на пляж 20-28, такая прекрасно. Да. Еще мы сегодня съездили за моей рубашкой. Помните видео, где ела томатный суп? Я там свою рубашку забыла, вот эту вот, которую купили все в Дубае. Вот, съездили, рубашку мне отдали, слава богу. Еще у меня 2 дня уже температура. Вчера была 38,5, сегодня 38. Ну, Панадол в помощь, а страховая вряд ли мне что-то найдет, потому что сейчас сегодня воскресенье, завтра Рождество, послезавтра какой-то вообще день Кении, снова какой-то праздник. Нет, день неважно, все закрыто. По отношению все закрыто. Поэтому, ну, зато блазер уже не розовый, отстирался. Наташа дала белое мыло, и я отстирала розовое мыло, которое было в Эдель. О! Теперь смотрите, можно ходить. Помните видео, мы с вами на другом пляже ходили в прошлом году. А сейчас капец просто, вообще красота. Знаете, кстати, здесь вам светло, а на самом деле уже темновато. На самом деле уже много. О, чем тапочком? Ух ты. Слушайте, вам это пение все еще слышно? Мне все еще слышно. Но я понимаю, что самое озорное там аниматор. Мне это точно как в «Друзьях», когда эта вдова такая веселая, помнишь, она... Когда она не хотела с Моникой Сиби рассчитываться, да? Но денег нет. Там крабики какие-то лазят, подождите, там кто-то уже... Коралловые крабы. Коралловые тапки. Карл у Клары украл краба, да? Так. Ну вот мы с вами и гуляем, народ. Ух ты, вообще класс. Вот здесь вот только что было море. Океан, точнее, буквально, я не знаю. Полчаса. Смотри, какая пышня. Сейчас я как подойду, так он как убежит. Не убежит. Я его держу. Держи его хорошо. Ого, да, что-то видно оттуда высовывается. Можешь туда пальчик засунуть, чтобы там хорошо было видно, где конкретно краб. Давай. Опс. Ух ты, поставь, Наташа, лайчочек. Молодец, рисковая ты. Я думала, ты не будешь туда засовывать пальчик. Что ты сказала? Ой, Наталья, Наталья. Да. Смотрите, как красиво. Теперь что-то слышно, да, Merry Christmas. Боже, храни. Merry Christmas. Так, вам, возможно, будет не слышно, потому что ветер сейчас начинает гудеть. О, класс. Обрати внимание, только мой парень стоит. А? Только мой парень местный. Местный парень, да. Шанса не будет, а вот завтра будет еще жарко. Каждый раз вода так странно уходит. Мы, видно, расписание не посмотрели. Вчера она уходила, извините,
Всем мы пришли, уже мы не смогли покупаться, воды не было, а позавчера классно мы купались, вода была, блин, 1.5 метра. Где-то было, что я, конечно, гребла, руками и коленями цеплялась. Вот острова эти. В прошлый раз мы здесь проезжали, мы были на другом пляже, отдыхали и жили, а проезжали мы здесь, когда у нас было это Blue Safari. Когда у нас там дельфины были, потом еще остров прикольный. Ну, такая экскурсия была немножко трэшевая, потому что нас 1.5-2 часа возили по берегу, собирали людей, возвращали обратно. Наташина, классное платье. Кстати, и купальник у тебя красный, ты тоже его здесь купила в Кении, только в прошлом году, да, в Вайкике. Тоже красный, оранжевый. Ну, да, такой коралловый, коралловый. А вот кораллы сегодня серые. Ну, давай, ты иди, главное не поскользнуться, потому что у меня вся эта, вся информация здесь. Ну и коленом бы не хотелось проехаться еще. Вода прохладная уже, ну хорошо, мы в тапочках, все хорошо. Да, мне еще охладиться не мешало бы, я села такая, ой, такая как бы немножко у меня температура даже спала. Ну, Панадол в помощь, народ, честно, берите с собой всегда Панадол, витамин С, потому что этот вирус все еще ходит, бродит по миру. И на всякий случай антигистаминное, потому что хрен его знает, может что-то укусило. Ну, снова какие-то пацаны. Of course I am okay. Вот что за фигня? Постоянно вот люди подходят и портят настроение. Все, надо от него текать, но он все нас догонит просто. Да. Причем Наташа сказала не отвечать им. Сегодня мужик подходит, я ему не втыкаю, он такой, привет, как дела? Я моргаю глазами, он, привет, как дела? Я моргаю глазами, не отвечаю. Подходит, так, привет, подходит. Как дела? Я такая, Наташа, надо отвечать, потому что он додолбется просто. Поэтому не отвечать не вариант. Можно просто им сказать, что уже был на всех сафари, ребята, идите нафиг, тогда они как-то отстают. А так вообще не очень. Понятное дело, что им зарабатывать нужно, но когда к тебе каждый, не знаю, не каждый даже... час, господи, конечно же нет, каждые 5 минут точно, и когда ты, заходишь на пляж, каждые 20 секунд подходит новый парень и говорит, ну как дела? Да, сейчас покажут какую-то фигню. Да, сейчас мы вам что-то покажем. Уже покажут. Сейчас он покажет. Ну главное, что он штаны не снимал, ничего не показывал. А так как бы ладно. Господи, зачем мне камешек? Малыш, я в моей жизни видела камешки, честно, правда. Ну, блин, не-не-не-не. Нам соль. Okay, good, but I don't need this, thank you. My dear, I cannot run from you, I have problem with knee, please leave me. Я говорю, дорогой, я не могу от тебя убежать, у меня проблемы с коленом, я еще не бегаю. Пожалуйста, оставь меня в покое. Почему вот человек хочет показать мне какой-то камешек и ждет, что я ему дам доллар? Ну блин, ну слушайте, ребята, ну я же не такая еще, уже точнее, не такая уже маленькая. Не такая еще женщина, чтобы вам деньги платить, чтобы вы со мной гуляли. Ну, что вы? Отстаньте, пожалуйста, от меня. Натурой. Да. Ну вот, смотрите, мы с вами дошли. Вот где? Можно мне покупаться прям. А, вот, дошли уже, вот мелкоту прошли, да, вот это вот все кораллы. Представляете, вы плывете, и когда уже мелко, врезаетесь ногами просто. И вот, вот все еще океан. Вот это уже океан еще. И там еще мелкоты пока нет. Наша говорит, ну пошли хотя бы здесь погуляем, потому что там еще не скоро. А вот, кстати, если вот дойти, доплыть, там тоже уже мелкота. Ну видишь, как уже ночь, уже может всякое вылазить, но слава богу, мы в тапочках. А ну давай туда попытаемся пройти. Да, мы уже рассказывали в каком-то видео или в шорте, что мы нашли рыбу-еж, выкинутую на песок. Мы ее палками аккуратно приподняли и донесли до воды. Ну, похоже, рыбка уже была не жива, но... Но, друзья мои, потом мы почитали, что у нее в яде в иголках яду в 30 раз больше, чем в цианистом калии. Так что хорошо, что у нас хватило ума руками рыбку не трогать. И такая надутая такая рыба-еж. Ну, видите в гугле. Вот. Она была уже такая немножко сдутая, уже так. Ну, глазки трохи там что-то двигали, поэтому мы решили ей помочь. Но, похоже, было уже поздно. Чисто классно. На самом деле сейчас уже темно. И здорово, что камера вам показывает такой вот светлый еще, светлый Ватаму. Классный такой вот закат. Веселые пения. Боже, сколько там без меня петь могут? Там уже, по-моему, люди устали петь. Но аниматора такая работа, он их развлекает, но это реально ржачно. Вот. Вот
уже. Люди даже местные уходят. Что? Облако. Быстрее, как море красивое. О, кстати, да. А мне-то в камеру и не видно. Красиво. Мне же как варан стоит, вот лапки у него и такое вот лицо такое. Я варан, комода. И за такие огни, отеля, класс. Наташа, и две странные платьишки, женщины и мы такие в ночи с камерой, и полиция на пляже такая, что там они делают? Ладно, мы подождем, конечно, но вот мужчина уезжает, давайте ему помашем. Ладно, не надо, я шучу, вдруг к нам приедет и будет заставлять нас на какой-то сафари ехать.